Я изначально давала предсказания по выборам в Раду, но потом я это видео убрала, потому что как бы я все-таки решила больше о высших силах. Я ничего не буду говорить, то есть о их планах больше ничего не буду рассказывать. И в том видео я сказала, что да, Порошенко что-то хочет такое очень значимое, какие-то опять очередные провокации, чтобы вот выиграть больше мест в Раде. И я сказала, что высшие силы сделают все, чтобы у него это не получилось. На сегодняшний день я хочу сказать по процентам, сколько будет процентов у партий. Ну, не у всех, конечно, у главных. Значит, партия «Слуга народа», хоть там и обвиняют Зеленского, хоть и кричат на него, хоть и возмущаются, но у него будет в пределах 50% голосов в Раде, то есть плюс-минус там немного. У Порошенко же будет процентов 6, вот так вот, 6-7 может быть, вот так вот в этих пределах. Поэтому Порошенко, в общем-то, абсолютно ничего не выгорит. И перед тем, как давать прошлое видео, я смотрела видео Николая Азарова и, конечно, очень сильно как бы, так расстроилась, что Азаров в том видео сказал, что Порошенко сделает все, чтобы получить больше процент голосов. И тогда, как говорится, начались действия высших сил. И, в общем-то, на сегодняшний день это получилось. Посмотрим, да, выборов в Раду осталось совсем немного, и, в общем-то, посмотрим, что и как. Хотя уже была информация, сколько там получат, и оно, в общем-то, приближено именно к моим процентам, либо это я там как бы вот, ну то есть я солидарна вот с тем, что там говорится, что 47 с чем-то процентов у партии «Слуга народа», ну я думаю, чуть-чуть побольше.